And now the next final of the day, 100 meters backstroke final. Рекорд мира 48.94 принадлежит Николасу Томану, США. В заплыве принимает участие Антон Бутымов, Россия. Эшли Делани, Австралия. Юки Ширай, Япония. Роберт Харли, Австралия. Станислав Донец, Россия. Елена Куэйта, Бразилия. Томас Шейнс, США. Хаяте Мацамура, Япония. Уважаемые зрители, результаты на табло официальные. Первое место и звание победителя этапа Кубка мира завоевал Станислав Донец, Россия. 49,74 секунды.